достаточно долгий вечер. Меня зовут Лев Куликов. Мы находимся на стадионе школы 64. Готовка 9-го тура Олимпийской футбольной лиги АФЛ. Англия встречается с командой Челтон. В разных манишках команда Тоттенхэм в синей форме. Матч начался. Ключевая игра. Вам кинуть или подойдете? А, сил нету прыгнуть уже. Центральный матч? Центральная игра сегодня, да. Встречаются два лидера. Два лидера. А, еще Эвертон. Чартон идет на первом месте. Эвертон на втором. Тоттенхэм на втором. Как? Они проиграли. Они вчера выиграли. Набрали дополнительные очки. Кого не выиграли? У Болтона, у ветеранов, ограничились еще 2-1. Таким образом, поднялись на вторую позицию. А Эвертон еще не играл? Эвертон после, вот будет играть после этого матча с Кристал Пэлас. А, ну там тоже. В Лагонской дерби. Да, в Лагонске. У нас горячие, там 4 команды, что ли, в Лагонске. Кристал Пэлас, Эвертон, Тоттенхэм. Дальний удар, опасно было. Брайтон. Ну, и в Реале присутствует. Не, игроки с Лагонки. Лагон там один человек, ага. А там в команде почти пол команды, уже в Лагонске уже дерби. Ну, 4 Лагонские. У нас, оказывается, Лагонская самая игровая команда. Как первенство узовет? А что не снимаешь? Там что, там тоже у них там в следующем туре будет центральный матч, там считают 320, будет играть с этим. 560. Они вот там. Ага, ага. Вы как сыграли? 130. 130 мы выиграли, так сказать. 3-1. У кого? 130. 130. 130 крепкая же команда. Вот. Неделя поддержит, значит, да? Сейчас мы пропускаем тур, да, потом вот. А, нет, 320 играет с этим. 640. Ага, там, ага. А Ранец? У нас пока особо один момент только опасность создали. И команда Тоттенхэм. Правда, зацепился за мяч. И заработал штрафной удар. Счет у нас 7 сыгранных игр, 6 побед, 1 мяча, 0 поражения, 38 завели, 15 пропустили. Тоже результат, 19 набранных очков. Тоттенхэм 18 очков, 6 побед, 1 поражение. Прострел. Пас назад, наедине. Сразу вперед. Эрик нарушает правила, штрафной удар. И два плотные, только там отбивает. Два слова вперед. Дмитрия Пугаева сегодня. Вчера уже Дмитрия лечился, забил и гол. Можно поджать, можно? Ворота. Вот она, второй победный мяч забил. Бан четвериков, Симонова. Хороший дриблинг, Анатолия, перевод в центр. Иван прерывает передачу. Арамис набирает скорость. Брать один в один не получилось.
флангу. Эрик на опережение здесь отлично, тоже теряет. Хорошую скорость показывает команды. Потеря. Павел набирает скорость. Хороший пас на правый фланг. Киту. Жестенко прерывается, тоже набирает скорость по центру. Хороший разворот и зарабатывает штрафной удар. Алексей. Даня выстрелил. Дмитрий реагирует. Сейчас он перехватывает. И фол зафиксирован. Штрафной газ выполняет Чата. Но бьет, да, кипер, биоцеп, бывают аплодисменты. Кто-то не сегодня. Без замены. Что там, да, без замен. Рикошет. Мяч прижимает Чартова. Пас назад. Евгений вперед. Заброс.
Никого из партнеров не оказалось. Нормально. Я вот тут забираю Тоттенхэм. Никита! Никита! Эрик на Никиту. Значит, цепка действует. Баллон от чата, пока что вот так один в один. Брать не удается. Дали удар. Чуть-чуть выше брали. Что же, 11 минут встречи. Счет не открыт, но надо. Замена. Ставит Тоттенхэма. Выступил Влад Безгильдин вместо Алексея Шихова. Хорошо, пас в разрез. Еще два кипера. Теперь уже фул был зафиксирован в атаке. Двигай сам! Никита, выбеги! Вот на Дениса. А вот разыграет Тоттенхэм. Дальний выстрел, очень опасно было. Мяч полетел на переклоне. Отправился за трибуны. Игроки Сток Сити. Привет, привет. Сегодня не пропускать его. Удар. Дальше ворота Тоттенхэма. Ставит стенку из троих человек. Удар. Очень опасно было. Рядом с девяткой пролетел. Никита классно под пяткой. Надень Кошинова, удар в ближний угол. Игорь Иванов был на очку. Мяч падает в руку. Переходит к команде Чертова. Вниз, перевод направо. Город ворот. Давай, 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 давай,
Эрик переводит на левый фланг на Никиту. Пас назад. Подает касание. Баллон блокирует. Конечно, все в порядке, поднялся и контролируют мяч. Вперед налево. Вперед на Алексея. Тут защитник ставит корпус и удар от ворот. Дмитрий Иванова сразу вперед. Опять попытка в касание пробить Анатолия. Снова не получается. Лева. На Влада. Хороший прием. Пас на Алексея, прострел. Прочитал. Дмитрий Иванов. Перехватил передачу. Снова мяч Тоттенхэма. Иван вперед. Защитник. Бивает головой. Защитник блокирует, мяч попадает в судью. Служит матч с ним Тамерлан Кивел. Хорошая комбинация. Но тут Анатолия 1010 в обороне. Назад, на Ивана.
берет направо. Заряжает обстановку. Вносит мяч. Евгений вперед. Тоже действует надежно. Чтобы не получился обрез. С ним, Андрей, он твой до конца. Дай ему, Фей! Пойдет, Женя, можно я, Толя? Хороший финт, Юрия, по центру на Павла. Павел Дугнал, очень бомбардир. Мальчета. 10 мячей, 7 передач. Желтую карточку получает Павел Дугнал. Ваня! Согласен с решением арбитра. Кипер разряжает обстановку. Вносит мяч за пределы поля. Пределы стадиона же. Все сразу вперед на Дмитрия. Скидка головой. Должен действовать оборона от Чатова. Тут же накрывает на подачу, отбирает мяч. Это уже концовка первого тайма. 5 минут. Матч открыт 0-0. Удар головой, защитник отбивает. Прострел. Тут уже голкипер вступает в игру.
Кандидат выполнит, кто зачем. Удар головой Дмитрия Кугаева. Не получается. Даня, удар! Дмитрий пытался в касание приправить мяч в ворота. Мяч пролетел мимо. Дмитрий Иванов вперед ногой. Кошно выполнить стандартное положение. Хорошо, поддача. Выйдет воздух. Комбинация, будет удар. Да, блокирует Алексей Шихов. Подача на дальнюю. Пробить Павла не получилось. Дальний выстрел. Йотов. Все проиграл. Рамис. Чуть не точно. Удар. Касание Павел провела красиво. Значит, в ворот не полетел. На этом у нас первый тайм завершается. Еще 0-0. Еще пауза. Начался второй тайм. Джека,
Тоже прострел. Фикуса с партнера. Не замкнул. Комбинация в стенку. Все. Шихой цепко действовал. Евгений забрасывает Анатолия слишком сильно. Значит, тут Махима. Комбинация в стенку, красиво. Центр, но центр никого не казалось. Ответ на атака Чатана. Прострел. И красиво. Пяткой. Снова передачу. Сишиха. Еще до этого было. Были нарушены правила. Шатан удар. Пробег Чатан. Хорошо, удар с подкрылкой. Оттуда Крючкова. Чуть выше ворот. Центр на Юрия. Первый! Где? На вышине правил. Быстрый розыгрыш. Тамилан просит повторить. Удар. Один подбивает. Еще перевод. Подавал. Пришлось нагнуться. Мяч не угодит. Алексей. Попытка пробить. Вышел раз. Субтитры
Евгения разряжает обстановку. Пашка, подай, пожалуйста, Паш. Прострел слишком сильно. Вот разыграет чата. Еще уже 6 минут второго тайма. По-прежнему не дается ни одной из команд. Сейчас матч. Ладно, Бориса. Гори, гори! Идет на флаг. Отличный подкат Юрия. Будет выполнить угловой. Удар головой. Мяч летает за пределы поля. Ты не попадешь, вперед в атаку. До свидания. Классно получается. До свидания. Чего вы там, ёпсы, блядь? Братан, десятку присел. Присел десятку, блядь. Братюня! Братюня! Дмитрий Иванов, вперед, на Павла. Хорошо, навес. Я набираю скорость. Никита разгружает обстановку, выносит. Будет зацепиться Алексею. Атака 3-2. Удар, мощный удар. Тут уже Данил вернулся и разгрузил обстановку. Хорошо, хорошо, Леха, молодец. Опа! Я пошел! Выход 1-1. Удар мяч в воротах. Сейчас он выходит вперед. Удачно разыграв контратаку. Гол был забит на 100 минут матча. Подкатит, отлично действует.
Паша, не спорь, играй! Да, Юра, Даня! Хорошо, Юра, Даня! Скорее! Да, Даня! Да, я здесь, парни! Перехват и передача. Вот дальний удар. Паша, зачем? Там не мальчик стоит, Паша. Да, кипер все контролировал. Выйди, выйди! Давай гол надо, чистец! Понятно! Таня, 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 сюда, Таня, передача! Таня. Вперед, Андрей, по поправке, Андрей! Так, тут пас на Анатолия. Вперед, центр. Направо. Вперед на левый фланг. Рядом стык произошел. Все в порядке. Туда за дистанции. Наш прекрасный стадион. Ты пробивал. Да, все не получится. Пробила за грудкой в ближнюю девятку. Уже второй мяч покинул стадион. Поиск от Дмитрия Иванова. Красиво. Поиски мячи. Мяч на один. Ты останешься один. Ох, ты пока сейчас в середину, там никого нет. Да, продолжайся. Подбор один. Блядь!
Уда, мяч в воротах. Павел Драгунов. Еще затрыв. Счет она. 2-0. Дальше нас пользуется ошибкой. Баллон голкипера. Один один. Действие безупречно вышел и отвел угрозу. Газ на дистанции. Опасно было. Матч остается 13 минут, еще время. Юра, можно, можно, вперед, здорово, Юра. Пошел к нему, идет, идет, идет. Попытаться Юра, снять. Драгунов, отличнейшая передача, и сейчас у нас уже 3-0. Дубль опадает нападающий. Паха! Чертана. Ивана. 3-2 атака. Обратный пас не проходит. Удар пяткой, красиво было. Дмитрий Иванов среагировал. Будет готов к развитию таких событий. Прострел. Значит, тут нахема. Удар зарабатывает Тоттенхэм. Ванселес Литов. Ходит на дриблинге. Попытка пробить с дальней дистанции. Покидывается игроками в чертах.
Да выбеги, беги, у меня уже сил, хотя там такие вот забеги, играю без замен. Алексей бьет с острого угла, не точно. До конца встречи остается 9 минут. Счет у нас 3-0. Кто-то кем проигрывает. Хотя бы не проиграем. Отлично, после момента прерывает. Вот. Вася, а вы с Кристал Пэлас не играешь? У кого-то уже второй. Второй матч проходит. Кто-то вот говорил мне вчера, по-моему. Нет, это вчера. В Испании. А, в Испании. Их же меньше команд. У вас мячом. Пауза. Хороший заброс, а тут вновь. Дмитрий Иванов, первый на мяча. Вот на оборону Чатана. Перевод направо. Ошибка мяч у Тоттенхэма. Все ошибаются с передачи. Значит, прижиму. Команда Тоттенхэм. Пытается вот так взломать оборону. Сейчас она пока что не удается это сделать. Хорошо, удары. Это чудо, мяч ворота не попадает. И повреждение получает игрок Чайтона. Нарушений не было. Продолжать встречу. Почему ты не отдаешь, блядь? Сейчас между ног проходит. Еще один. Вам показывает удар от ворот. Сам матч за 5 минут. Счет 3-0. Иди тут Чартон. Давай!
Влада отлично действует на выходе. А вот разыграет Чатлан. Боре. Да, вот выстрел. Блокируется. Голкипера. Максим на Евгения. Протопит дальше. Хороший пас и мяч в ворота. Павел Дрогунов. Дело еще 4-0. Но в хорошем настроении, похоже, что мяча пустил в матче. Пас, удар, касание, мяч по сетку с внешней стороны ворот. Скорее! Иди на Солодове! Можно? Да. Можно! Наш будет! Нас, брат. Дай, Солечка, дай! Чатлан заводит мячом, это же потеря. Дмитрий уходит от одного. Хорошая передача на Алексея. Удар, перекладина выручает. Третья атака. Удар с острого угла, мяч уже в ворота летел и... Удар вытащил последний момент. Да, касание, голкипер выручает на этот раз. Дмитрий зацепится. Алексея Ивана. Прострел. Мяч покидает. Ходя на встречу завершается. Победа Чатлана. Еще там 4-0 был, поезжен кто-то хем. На этом заканчиваем трансляцию. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи.